Для представителей Белорусского общественного объединения демографической безопасности это 10-я юбилейная акция помощи в рамках большого благотворительного проекта. Реализуя на протяжении года вместе со спонсорами и партнерами такую инициативу, организаторы остаются преданными главной мысли. Нет ничего отраднее и приятнее, чем видеть улыбку на лице ребенка и знать, что эту улыбку подарили ему вы. Радует то, что с каждым разом все больше присоединяются людей, которые хотят внести свой вклад в организацию благотворительных акций. И нет ничего приятнее, отраднее видеть улыбки на лице ребенка и знать, что эти улыбки подарили ему вы. В гости к мальчишкам и девчонкам заглянули персонажи одного из любимых современных детских мультфильмов «Фиксики». Дуэту аниматоров Dream Kids с первых минут праздника удалось покорить сердца своих юных подопечных. Вместе с ребятами Симка и Нолик разгадывали загадки, танцевали и веселились. Вот если есть такое, то они вот ждут, это просто с нетерпением, что там у нас будет представление, что будут там гости, что будет им это очень хорошо. Это очень замечательно, что вот делается такое. Порой даже самая маленькая радость может сотворить чудо, и чудо случилось. Ребята забыли о своих проблемах и активно включились в игру. А когда глаза больного малыша искрятся от счастья, что может быть лучше для родителей? По окончании праздника ребят ожидал большой сладкий стол.